Всем привет, ребят! Продолжаем наше мощное прохождение. Приветствую вас на канале Мельник Game Channel. Так, играем на сложности. Сложная, не для мальчиков, но для мужей. Потеем дальше. Какая серия уже? Седьмая? Часовые серии я делаю? Или восьмая? Наверное, восьмая все-таки. И девятая. 9 часов. Я все пытаюсь пробиться к старому платану. Так, в пещере. Ну, я сначала хотел посетить тут волков. Посетить волков. Предварительно придется отдохнуть. Как раз у меня кончились бафы от еды. Давайте сейчас попробуем, как-то мы уже на этом месте отдыхали, отдохнули неплохо, оно, скажем так, удачное. Так, начать отдых, исцеление. Где-то тут была кнопка. Серьезно, нету. Где-то была кнопка. Что-то исправить, поправить. События, бой, диалог. А, вот, изменить. Изменить. Хагис. Мука. Все вот это вот есть у нас. Все вот это есть. На один день. Что, поехали. Использовать рационы. Я не очень понимаю, если у меня использовать исцеляющие заклинания перед отдыхом. Необходимые рационы 5. Все занятия в лагере, кроме охоты, заблокированы. Угу. Хорошо, давай. Не подведи, Амери. So here's what we got so far. Today, Amiri killed 10 kobolds, a troll, a ho-dog, and more goblins than the fingers on two hands can count. You know, I don't think our readers are going to believe all this. But it's the truth! I can cut them all down easy. I just need to find them. Так, есть рационы. Пойдет. Повар приготовил. Кайфы. Хорош. Ладно, что... Чего тут происходит, блядь? Вы что, на приколе? Так, а... Харима просто растерзали, да? Так, варвар. Ну давай, Линдси, как-то. Но мне уже смысла нету драться, потому что Харим в таверне. Мне уже нету смысла. Охрана лагеря не сработала, да, по всей видимости. По всей видимости, не сработала. Хорошо. Так, Хагис, понятно, принять. Начать отдых. Так, волки. Тихо, тихо, тихо. Ангри, хуй ангри. Так. Сюда. А я где? А я там валяюсь, да? Кайф. Кайф. Парень, ты далеко? Не понял. Так, лечить я ничего не могу, да, никого. Заклинаниями тоже туго. Ты
Так, ошеломить его нельзя. Что с ним можно сделать? Что с ним, сука, можно сделать? Стоять, стрелять по нему? Что еще? Так, плюс песенку спеть, да? Ну, Амели, блядь, ты чё? Жесть. Так, Валери. Модификатор атаки плюс 0. Оборонительный бой, понятно. Защита 24. Понятно, то есть делов не будет, да? Опа. Блять, боже, просто дайте мне отдохнуть. Так, где там? Так, тихо. Тихо, блядь. Вот так, хорош. Вот так, бежим. Вот так. Некромантов разобрали. Так, свиток погибели. Свиток пронзительный крик. Пойдет. Только это еще даже отдых не начался, да? На меня уже тут. На меня уже прыгнули. Блять, ну это перебор. Это, по-моему, перебор, ребятки. Свирепый варан. Так, надо отойти, наверное. Пусть танчит тот, кому... Тот, кому положено, наверное, да? Всё-таки. Блять, тут мешается этот олень. Линси. Сделай что-нибудь. Так, олень съебал, отлично. Так, теперь должна появиться стена щитов. Ать, не успели проверить. Ну-ка. А, так, давайте смотреть. Свирепый варан. Стена щитов работала. Отлично, стена щитов работала, пока я тут стоял. Все живы, по крайней мере. Ну, давайте еще сейф. Ну, не могут же на меня три раза напасть. Три раза подряд. Это будет перебором, по-моему, даже для... Даже для Pathfinder'а, блядь. Это я все еще не начал отдыхать. Ну так не может быть, ну это залупа какая-то конская. Это, блядь, ну... Ну так, так не бывает, нихуя. Серьезно, бред какой-то.
бы, я не знаю, там после отдыха как-то так использовать всякое исцеляющее говно. Ты готовишь хагисы тут. Ты, понятно. Стража, блядь. Так, особые задания. Нет, Харима тоже давайте в стражу. Да, вот так он. Подгонка доспехов. Подгонка доспехов. Пусть подгоняет, да, базар ноль. Принять, начать. Ну не надо, я молю вас, блядь. Так, ты вырывайся. Ты наоборот вырывайся. Харим, иди нахер. Просто тупо, блядь. Вот это она жиранула, слушайте. Не жирновато будет? Так, свирепый атакует. Стена щитов работает. Приятно. Пятнадцать, бля. Надо отходить. Пиздец, отошел. Я, знаете, что не догоняю, типа? То есть, вот они подряд не высыпают. То есть, сколько бы я их не убивал, я теперь на этом месте не смогу отдохнуть, получается, так? Everyone laughs at me. Oh. Some do it kindly, some laugh with contempt, but who will laugh last? Персонаж использует способность, сделав бросок против сложности зоны. То есть Харим делает более... Как это? Давай, пожалуйста, сука, нет. Ну хотя бы излечились, да, и то ладно, хрен бы с ним, с этими хагисами. Так, не атакуйте меня никто, пожалуйста, оставьте меня в покое. Ага. Но... Ловкость... Я все равно не восполнил, да, получается, так? Давайте танка... Танка похилим. Так, бутыльков-то между тем я еще понаходил, да? Вот ильков я понаходил. Так, увеличение гуманоида. Я, наверное, дам Линси. У нее как-то быстрее вроде в тот раз получилось. Так, ты. Ты. Уменьшение гуманоида не интересует. Зелье магических доспехов вот как раз в Валяре бы зашло. Тебе поменьше. Плюс 2, да, то и плюс 4, тебе плюс 2. А, так, палка, говномешалка. Пронзительный крик, понятно. Питок исчезновения. Угу. Пойдет. Наверное, пойдет. И Валари полечим с бутылочки. Сколько там плюс 6? Нормально. Можно еще добить, конечно, добить проведением позитивной энергии, но я, наверное, пока не стану. Вроде бы и как бы и отдохнули, да? Так, немножко как-то темновато, правда, тут. Угу. Волки.
Раз, два, три. Стопэ. Это неправильно. Заходим. Не понял. А, это какие-то разговаривающие, да, волки, насколько я понимаю. Так, давайте сейвушка перед разговором. Здрасте. Так, стоящий перед вами зверь необычайно велик. Глаза его смотрят особенно зло, а скал его морды почти что можно было бы принять за недобрую ухмылку. Приветствую, путник. Прежде чем ты схватишься за оружие, хочу тебе сказать, я не вижу причин для вражды между нами. Более того, мы могли бы быть полезны друг другу. Я не поняла, а что это волк разговаривает? Он волшебный, что ли? Волшебный. Я не волк. Самка, я варк. Удивительно, что ты дожила до своих лет, не зная разницы. Но это ничего. Никогда не поздно преподать урок наглому двуногому мясу. Варк демонстративно облизывается. Ты кого мясом назвал, шкура? Амери сверлит зверя взглядом, держась за рукоять меча. Так, короче, между самками у нас начинается. Трёшь-мнёшь, блядь. Твои речи не помогут тебе, чудовище. Нет, так, говоришь, мы могли быть друг другу полезны. Я же нейтрально, да? По-моему, хаотично нейтральный, то ли нейтрально добрый. Приведи мне кого-нибудь вкусненького. 3-4 тушек будет достаточно, а я, в знак благодарности, расскажу тебе, где один старый путник зарыл свой сундук. Нейтрально злому. Но у меня вроде паладинов нету, в общем-то договор... Договор, в принципе, ну... Не то чтобы прям... Если хочешь есть, охоться сам. Давай. Что ж, как знаешь. Уже подумай о моем предложении. Так, мне нужно идти. Ну-ка. А что там у вас? Может, что-то заныкано? Сундук, говоришь? Павлины, говоришь? Ага, какие-то цветочки, хуёчки. Всякая шляпа. Ну ладно, пойдемте, будем думать. Будем думать про сундук и путника. А кого я вам приведу-то, вы чё? Вы что, блядь? Так, тут дерево, что ли, какое-то, или что? Кстати, тут тоже тигры есть. Я видел тигров, тут я их замочил, значит, и тут смогу. Поэтому, наверное, давайте пойдем. Давайте пойдем валиться с тиграми. Что там у меня по XP? А, осталось между тем 350 XP всего до уровня. Это меня чрезвычайно радует. Кстати, там есть олени. Кстати, там есть олени. Может быть, я смогу? Может быть. Три оленя. И вот этот вот мегацератопс, блин. Чтоб его... Так, пенек. Пенек с какими-то штуками. Давайте я попробую напихать этому динозавру. Так, сюда. Сюда. Валери танкует. Я на подхвате. А, ты делаешь что-нибудь. Так, сейвушка. Так. Так. Нет, пока рано. Ты. Нужна хорошая защита, наверное, нам. На танка. Поехали. Так, пронзительный крик, давайте попробуем. А ему, по-моему, похер вообще. Так.
Давай, Харим, лечи. Бля. I always survive. Так, по идее, можно, по идее. I can't keep this up much longer. Понятно, я крякнул. Но все-таки, да, шанс у нас как... Угу. I'm listening. And Lindsay was called forth. Так, а если я маслица еще накину? Так. Так, The end draws near. Бля, даже не знаю. Ну чё, если только увеличивать Амери? Хорош. С первого раза, да? Давайте я даже сейф по такому случаю сделаю. Статически не пожалею. Так, ты палкой своей магический доспех вешаешь. Ты песенки поешь, ты из-за спины лупишь. Ты танкуешь. Парим, вернись. Я тебя молю, блядь. Так, давайте. Харим, ох, как, блядь, он меня бесит. Я не могу. Я никому не говорил никуда идти. Что ж вы делаете, уёбки, блядь? Так, ее трепет с боков олени, да, другие? Так, так, бля, у них очень большой рейндж. Ну нет, ладно, пока я не буду. Не буду я пока херней заниматься. Нету такой необходимости, тем более. Нет, ну за этого товарища, мне кажется, порядочно дадут экспы. Блин, была бы возможность их разделить, отвести несколько оленей. Может быть, тогда бы. Плюс у меня дебаф у Амеля. А, минус один, да, насколько я помню. Минус один ловкости. А. Так, что тут у нас? Что тут, блядь, происходит? А где тигры? Да, тигры ниже, получается. Так, секунду. Так, драконий кобальт-шаман. Вас окликает кобальт, лежащий посреди поляны. Судя по начавшей выпадать чешуе, он на этой поляне самый старый. Его красные глаза щурятся на свету, и он с трудом ворочит языком. Наш поляна, наш божественный редис. Блять, а это не тот редис, который меня просил с поста Олега вот этот старичок принести? Линзи. Фу, редис, у нас в деревне тоже его выращивали. Как-то раз я читала книжку, а папа мой ее отобрал и в печку кинул, а меня потащил копать редис. А уже осень была, земля холодная, сырая, кругом червяки. Бррр, терпеть не могу редиску. Так, хаотично нейтральному плутовство. Тихо уйти, прихватив с собой ведро лунного редиса. Теоретически могу.
Нейтральный злом, махнуть варга. Я только что видел горы точно такого же редиса вон там. Слушайте, ну мне, наверное, экспу дадут, за, а с другой стороны, и вот этого, за это мне тоже экспы должны были дать. В этих землях нет места таким созданиям. Давайте я посмотрю, сколько мне дадут экспы за плутовство. Провал. Ага. Угу. Тогда теперь давайте я буду проверять, могу ли я пиздить кобальтов. Так, кобальт лучник, кобальт хуёбальт. Так. Хорош. Сюда. Так, ты понятно. А, еще не все, да? Еще не все. Хорош. Так, этот в масле утонул товарищ у нас, да? Карим, ну давай, блядь. Так, а чё, я не добил этого, да? Так. Хорош. Так, в масло не лезть не будем. Возьмем лук. Блять, Харим, да что ж ты такой странный? Так, пятнарик. Хорош. Добил. С горем пополам. Так, по 18 экспы мне дали за этих товарищей. Давайте сейчас попробую другой вариант. Бля, гоблин, кобальт. Кобальт килл. Попробую их отправить к варгу. Здрасте. Я, кстати, не посмотрел экспы. Ну ладно, если мне дали по 20, то, ну, типа, их сколько там? Четверо сейчас. 18. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, около сотки, да? 90. 90 опыта я за это дело получил. Mm-hmm.
Возьмем редисочки. Отлично. Так, ничего не дали. Ну пойдемте к варгам проверим. Пойдемте проверим к варгам, дадут ли мне что-то. Блин, надо было сделать статический сейф. Орм. Орм. Варга. Там есть вариант с плутовством, но типа 19 у Линзи бонус плюс 7, то есть надо выкинуть всего 12, да, на 20-гранном кубике, я так понимаю, это не так уж, не так, чтобы было и много. Посмотрим, сколько мы экспы получим от Варга. Признаться, должен поблагодарить тебя за трапезу. Мы с ребятами славно откушали, приятно иметь с тобой дело. Сундук зарыт под одиноким деревцем к западу отсюда. И чё с экспой? ПП XP. Лунный редис. Ничего с экспой? Парпа. Давайте попробую еще раз их обмануть. Продолжить, тра-та-та, хаотично, плутовство. Отлично, получено 99 опыта. Кайф и редис, да? Так, тут еще были тигры. 700, 250. 250, чуваки, до уровня. Как мне хочется третий уровень. Как мне хочется вернуться. Здрасте. Ты чё тут в гордом одиночестве? Блять, подозрительно. Подозрительно. Приплыли. Так, всего 9 экспы получили. Так, сейчас в теории, если я вернусь на пост и отдам лунный редис деду, я не знаю, сколько мне за это может обломиться экспы. В теории сейчас можно пойти еще варгов убить. Попробовать, по крайней мере. Блять, хотя он, наверное, здоровый, как олень, думаю, позже. Думаю, с варгом позже можно будет разобраться. Пойдемте вниз в туннеле. Так, а что у меня по весу? По весу вроде пока все норм. Используйте заклинание устойчивости стихий в бою с противником, обладающим сильными стихийными атаками. Спасибо. Спасибо, Кэп. Так. Ого. Где это я, блядь, зашел? Какое-то странное местечко. Хорошо, давайте. Под... Вон старым платаном.
this ever end? Так, тут есть червяки. Привратница Квоги. What's over there? Привет. Привратница Квоги. Ромашка сюда. Хороший, милый ромашка. Заметив вас, привратница отрывается от игры сороконожкой и оживляется. Союзник, я приветствую тебя. Ты проходить. Королева-воительница бда ждать тебя. Привратница восхищенно вздыхает. Королева прелестна, как маленький сороконожечка. Чуть я вдруг союзник, я же вроде нейтральным остался. Что там впереди? Нора. Под старый платан, где жить клоп и наш зверь. Ты осторожно идти. Некоторые звери еще дикие. Глубже есть другой нора. Там совсем опасно. Еще вверх. Тут раньше быть ход кобальт. Но теперь он быть поломан. Кобальт камни ронять. Мы мост поднимать. Пройти нельзя. Жалко. Тот ход лежать. Богатый сундук с добыча. Никак его не забрать больше. Так. Ты знаешь, где сейчас шаман кобальдов Тартук? Шаман фиолетовая шкура, не знать, он бегать наша нора, кидаться магия, королева гнаться за ним, королева знать где он. Можно как-то попасть в этот сломанный ход. Мост опускать плохо, кобальт туда убегать через мост может. Вот что, союзник, ты хотеть попасть в ход, я хотеть красивый шлем. Если ты идти ниже ход глубоко, там лежать большой, умер паук. Наш великий воин-герой ездить, он пока не умер. Неси мне жвала тот паук, я давай тебе рычаг. Понятно, блядь. Мне пора, прощай. Прощай. Принести привратнице кобальта жвалы огромного паука из глубин подземелья. Как бы от меня одни жвалы это не остались тут. Тихо. Сороконоги. Сороконоги. Так, и тут сороконоги. Не знаю, пойдемте вниз по левой стене. Сейчас будем пробираться как-то. Как-то что-то пытаться. Парим, как ты меня достал? Как ты меня достал, старичок? Куда ты все время дергаешься? Так, и сюда. Так, что у меня тут? Не хочу я на червей тратить заклы, они такие себе. Первый пошел. Почему сюда-то, да? Угу. Так. Ага, сюда. Хорош. Bring it. Слушайте, стала она что-то попадать. Вдруг ни с того ни с сего. Так, увеличенный меч бастард. Давайте посмотрим, что у нее вообще за оружие. Это усиление плюс 1, 317 урона. Это оружие необычно большое, оно наносит больше урона, однако атаки с его использованием получают штраф минус 2 к броскам на попадание. Слушайте, вот это не очень уже здорово, да, у меня с точностью вообще беда, конечно, какая-то. А тут еще штраф к броскам на попадание, это надо какую-то альтернативу ей искать. Конструкции, закрывающие гнезда, выглядят так, будто их неоднократно пытались загрызть. Куда-то мы идем. Хер знает куда. Это нижний уровень, я так понимаю. Так, вот клопы тут тусуются.
Похоже, это ужасающая куча хлама, что-то вроде сортировочного пункта. Давайте попробуем у них. Не будут они против, если мы пороемся в их хламе. Так, серебряная статуэтка. За него можно выручить неплохие деньги. Щит веры. Понятно все. Понятно все. Так, еще черви. Еще много червей. Еще много-много червей. How much longer, I wonder? Так, а если я попробую шмальнуть? Out of my way! Can you make an epic pose? I need inspiration. Так, давайте тут не будем жмотиться на всякую всячину. Танка чуть вперед. Давайте благословение. Так. Так, он стрелять не хочет, да? Хоть убейте. Хоть убейте, стрелять этот Вася не хочет. Хорош. Приголубили. Приголубили как следует. Так, еще какие-то ножки, сороконожки. Так, ну тут что-то лежит интересненькое, да? Not that I care. To the dust you will go. Пойдет. Так. Так. Давайте песни-пляски чуть-чуть. Хорош. Хоть кого-то мы можем убить на изи. Так, какие-то штучки, дрючки, ничего интересного. Старинная монета. Ничего такого, да? Ничего в хозяйстве полезного. Follow me and let's go. Так, клоп. Клоп-страж, клоп-разведчик. Давайте еще сейвушку. Так, а у меня, смотрите-ка, уже на всех висит почти, да? Постоянный урон. И сколько же у нас там уже урона накопилось? Фу, минус 7, серьезно? Это, по-моему, жестко. Хрустальный шар какой-то, блядь. Кобальт, хлоп, та-та-та. Так, это мост, я так понимаю, да? Мост, за которым кто-то там. Так, ну идемте сюда. Раз такие дела. Так, тут вот говнопад у них. Говнопад. Водопадом это назвать. Язык не поворачивается. Угу.
Will this ever end? Don't head down, better ones. Угу. Так, ты сюда. Секунды. Так, а и если вот так как-нибудь. Готов. Блять, еще на минус 2. Я, ну, типа, сколько мне от такого дебафа лечиться? 15 лет? Конечно, очень странно. Признаться вам. То есть еще 2 дебафа, и Валери отъедет, получается. То есть по... так. Let us strike as one. Tear them apart. Хорош, пошел первый. They go down. Do not hold up. Так, готов. Так, отрубай. Пойдет. Так, по 9 экспы, да, я с них получаю. Так, 70 экспы осталось до уровня. Ребята. Это либо 8. Это звуки тут. Клуб Страж. Там что у нас? Там тоже эти, да? Там тоже эти штуки. Гигантская многоножка, понятно. А где? Где моя банда? Not that I care. Блин, тут по идее должны на каждом повороте валяться банки, снимающие дебаф. Если так по логике разобраться. Так, десяточка, хорош. Follow me. Or don't. Так, сороконожки, еще сороконожка. И тут, блядь, сороконожки. Замуровали демоны. Так, ну тут я смогу зато левел апнуть, да? Как ни крути. Как ни крути, блядь. Ах. Угу. То есть нас всех, да, решили подожрать. Так.
stay behind me. Благословение. Линси, песни, танцы. Let us strike as one. They go down. Repent. Так, давайте кто-нибудь куда-нибудь попадайте, я вас, блядь, прошу очень. Так, и тогда обходи с другой стороны. Блядь, ну не так же, нагло-то, вы чё, блядь? Так, Линси. Хорош. Ну, сколько? Раз, два, три. Еще две, три. Три многоножки. Три многоножки мне осталось. Так, как лечить? Так, Харим, старичок, давай, подлечи банду. Подлечи, братушка. Еще один. Ох, плохо, плохо, брат. Так, устамление на Амере. Так, это что? А, в недра пещер под старым платаном. Угу. То есть второй уровень. Свиток защиты от зла. Все союзники в радиусе 30 футов получают отражение плюс 2 к защите и бонус устойчивости 2 к спас-броскам. Оба бонуса применяются против атак или эффектов, созданных злыми существами. Блять, вот а как бы еще определять-то? Давайте посмотрим многоножки, какие у нас. Многоножка, многоножка. Так, гигантская многоножка. У нас про нее инфы. Нихера нету. А тут есть. Модификатор, тра-та-та. Ну, блядь, прям. Гигантская многоножка атакует Валери. Тра-та-та, защита, модификатор. Нихера про нее не написано. Там, блядь, удивительно, конечно. Яд гигантские многоножки. Гигантская многоножка. Чертовщина, блядь, какая-то нихера непонятно. Если, блядь. Так, жратва какая-то. Дверь. А, это, наверное, вход там через растительность, где надо было. Где должна быть от, как ее, атлетика. Так, давайте сейвушка перетрем с королевой. Так, ее величество королева-воительница. Да, приветствует союзник в свой покой. Ты вовремя, мой союзник, шаман фиолетовая шкура, пройти свой подлый магия у нас под самый нос и забежать в священный платановый зал. У него быть святыня, ключ, наш святыня, кобальт похищать. Мы не можем следом идти, ты помогать нам? А, как мне попасть? Мой страж пропустит тебя к двери, но ты нужен иметь святыня. Их две, одна у фиолетовая шкура, вторая где быть не знаю, думать у вождь кобальт. Чем я могу помочь вам в войне? Ты сражай, вождь углежок. Я награждаю тебя. Кобальт глуп. Без вождь бежать, мы побеждать. Хорошо, я попробую добраться до вождя.
А где мне искать этого лежога? Убить вождя углежога. Блять, украденный злейший соперник. А, смерть. Убить вождя углежога. Еще бы сказали, где его найти, было бы прям. Прям класс. Так, пойду я дочищать, наверное, 40 ножек на этом уровне. Да, чтобы экспой разжиться. Углежоги, это все, конечно, классно. Хотя вот эта вот влажная история, но левел я хочу больше. Так, только не говорите, что у вас черви кончились, пожалуйста. Ортофаний. Угу, кольцо с топазом. Ну все, 5-10. Пастуший пирог. Мука, картофель, жесткое мясо. Ну-ка. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Скопировать рецепт. По-моему, я уже... Стенам пещеры прибиты оконные рамы. Прикольно. Молодцы, молодцы, обустраивают. Так, чё она вдруг так забегала-то, я что-то... Что-то даже растерялся. Так, вот здесь, по-моему, да, еще. Пожалуйста, пусть тут будет... 3-4 сороконожки, блядь. Одна, ну не одна. Дайте, дайте три, блядь. Так, ладно, видимо, не получится. Видимо, не получится. Пойдемте. Пойдемте здесь. Может, на нижнем уровне еще пару сороконожек найду. Да, все, буквально. Буквально 14 очков опыта мне нужно. И золотой ключик у нас в кармане, как говорится. Так, где там эта чудо-дверь? Давайте сейф. Статический. Старым платаном. Второй левел. Что, пошли? Переплетенные ратата. Должен быть способ ее открыть. Формирует огромную дверь. А, так, украденная земля, понятно. Потайная комната. Нет, секунду, где-то же должен быть проход на второй этаж. Или нет?
Я, честно говоря, немножко запутался. Так, вот тут еще какие-то. Или тут тупик, или нет? Черт его знает. Так, мост. Мост. How much longer, I wonder? Куда я должен приходить, присоединяться, что-то я... Не понял. Где-то мне надо в другом месте, значит, найти кобальдов. Да, я если пройти не могу. А, ваши персонажи не могут спать в средней и тяжелой броне, поэтому нападение на лагерь так опасно. Вот оно что. У меня так выносит-то. Даже не знаю, что делать. Сходить на этот остров. Тут может быть 14 экспы, я на рулю. Черт не шутит, да? А тигру я тут убил? Да, убил. Тут одна тигра была. Была одна тигра. Что, тут попробовать пройти? Ага, жаба-гадюка какая-то тут. Какая-то жаба-гадюка сидит. Подлечиться нам... Лечиться нам нечем, да, только пузыри. Хорошо. Давайте парочку зелий. Угу. И поехали. Так. Так, мне давай-ка иди обратно. Кастуй Амери. Так. Так. Они нормально лупят. Хорош. Пойдет. Все, уровень. Отлично. Добыли, мы его добыли кое-как. Так, нет, давайте я отредактирую. Это будет третий левел. Так, агатовая серьга, пряжка и какие-то бабосики. Так, все, ребят, уже час прошел. Значит, следующую серию начнем с повышения уровня со всеми этими пирогами. Спасибо за просмотр. До связи.